Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 29 августа. Вести с полей. Пообрезал кусты. Много кей пообрезал. Там вот в углу надо еще совенпоты порезать. Вот тут в углу почти все, что можно было, обкромсал. Шоколадных хабанера пока да не кромсаю его. Смотрите, кажется, сколько на нем плодов. Мама не горюй. Хотя он не такой острый, фиг его знает, может это и не шоколадный хабанера, но плодов там больше 100 опять. Кусты, рекордсмены. А вот урожай сегодняшний. Опять много коричневых. Так. Это у нас Seven Pot бежевый. Вот они, созревшие, которые сильно. О, цвет у них. Не желтые, а бежевые. Эти тоже вдобавок взял. Да, посчитаем. В прошлый раз их было, по-моему, 172 штуки. Так, вот это вот Seven Pot Star Тверь. Смотри, цветочек прикольный. Фокус сейчас поймается. О, красота. Вот это Дуглас X, но это не Дуглас X. Понимаете, это, блин, зараза. Перепылился. И Дуглас X у меня нету, получается, семян. Там ведь два перчика всего было. Ух ты, блин. Паучок. Видите? Паучок маленький. Мелкий-мелкий. Еще давай. Так вот. Как увеличение в 5 раз. Да. Уменьшаем до обычного. Вот бразильский шоколадный. Сейчас Дуглас X, но это перепылились. Вот точно не перепылились. Треугольничком, да? Вот. Не могу понять, почему пропадает, потом появляется резко фокус. Ведь не дергаешь камеру, ничего. Стабилизация только в цифре снимает. Все. Вот прикольный. Seven Pot Бургунди. Таких малышей сорвал тоже почти треугольненький. Вот видите, какой классный. О, мощный такой. Семена самое то. Ну, в будущем году посажу несколько кустов
сыган под бургунди. Он и острый, и прикольно пахнет. Вообще круто. О, перчик, который упал, не подобрал. Он уже созрел. На задней двери. Ладно, так, не перепутать. Шоколадный хабанеро магазинный. Посмотрим, насколько он будет острый. Это хабанеро Адальберто. Вот вроде более-менее похож, да? Это хабанеро красный, другой куст. Вот на семена, смотрите, какой. Крупный хабанеро. Это вот хабанеро оранж, три штучки. Это вот нага морич. Видите, они какие не вытянутые. В прошлом году другие были. И куст низко вырос, небольшой высоты, сантиметров 30, может 40. Зато в стороны больше полметра. Так, это вот нага випер. Так, это у нас кракен скорпион. Это вот хабанеро мартиники. Это опять переопылившийся, ну, похож на хабанеро какой-то вкус. Prima X Butch T. Ну вот смотрите, а, оставил на семена и гниль опять пошла. Вот скотобаза, если семян с него не получится, вот вообще плохо будет, конечно. Это у нас неизвестный шоколадный сорт. Прошлого года, но там перцы были другие. Напоминал коричневый севенпот. Как желоги, только более такой пузырчатый. Вот. Примерно вот, да, что-то вот типа такого было. Так. Вот у нас Пхутла скорпион. Светлые перчики, там два куста, они разные почему-то. Вот пока обрезал фиолетовую джелокию. Ну, там остатка никого нет, даже аромат, наверное. Зато во, смотрите, какие мутанты. Это тоже Пхутла скорпион, такие грязненькие, но вот эти на семена. Это у нас какой-то Тринидад Скорпион Ларч. Но это не они, это точно. Вот он вытянулся, как бы, но, видимо, может, какой-то шоколадный перепылился. Так, это у нас Блининг. Короче, надо читать по-английски. Так. Это у нас вместо что у нас там вместо Маруги скорпиона красного. Хрен его знает, что такое. О, видите, с дырочкой я почти выделил. Так, это джалокия. А вот это что такое? Блин. Да, это у нас одно и то же. Угу. Вот как надо это. Адальберто, а это вот бразилец. Давайте его шоколадному бразильцу. Ну, как подписано. Так, вот это у меня перцы-то откуда?
кто это вообще такие? Можно было сразу снять. Или это... Да. Блин, я не помню. Бока, ладно. Вот. Сегодня ночью было плюс 4. Ну, как бы сейчас в теплице уже температура поднялась до плюс 18. Было плюс 8 где-то. Плюс 6, плюс 7. Да, на пару градусов всего больше в теплице, чем на улице. Так. Вот у нас хабанеро халапеньо джимбо. Вот. Ой, пролез тут. Знаменательное событие. Так, больше тут никаких. Уже что-то ничего не выздоровело, не начало зреть.